Сколько у человека энергетических тел? 13. Разные. Да. Разные. В разных системах по-разному. В наших системах, в славянских системах, считалось, что 13. 7 – это оптимально. Сначала нас обрезали до 7, ну а в 17 году обрезали до 3 энергетических тел, плюс физическое. Ну а потом, насаждая исключительно такой материалистическое понятие, да, атеизм, но тело стало вообще только одно физическое тело и все. Вы только мясо и ничего кроме мяса. Ну, опять же обрезалось за счет чего? Ну, я распишу 7 поколений. Второго поколения. Ну, что касается второго поколения. Второе поколение – это ваши родители. Родители. Ну, уже второе поколение. Оно связано с одним, с первым из наших энергетических тел. Какое первое энергетическое тело? Эфирное. Так называемое эфирное тело. За что отвечает эфирное тело? Что в нем, какая в нем информация? В нем информация по поводу вашего физического здоровья, по поводу вашей физической активности. Это ваша, скажем так, энергия для вашего проявления в мире. Потому что, ну опять же, я под энергией понимаю не что-то такое эфемерное, как течет, развивается. Энергия – это возможность, ваша энергичность, возможность проявляться в этом мире. Это то, что вы во многом получаете от собственных родителей. Ну, в первую очередь здоровье, ну, во втором плане энергию. Кроме того, энергия, которая связана с материальной доставкой, энергия, которая связана с какими-то чертами характера для проявления в этом мире, определенная наследственность в плане сексуальной энергии, то есть возможности, как сказать, размножения, вот, то есть такого плана. Третье поколение – это наши бабушки и дедушки. Третье поколение – это бабушки и дедушки. Третье поколение – бабушки и дедушки. Ну, третье поколение связано уже со вторым энергетическим телом, со вторым словом. Что нам дает второй слой? Это такое психоэмоциональное наше составляющее. Психоэмоциональное – это составляющее, которое связано с нашим интеллектом, это составляющее, которое связано с талантом определенного рода. То есть, говорят, что на гениях, у гениев на детях отдыхает, да? Природа отдыхает. Но при этом внуки часто получаются снова гениальными. То есть определенные черты вот этого вот гениальности чаще всего получают наследуют именно внуки. Через одно поколение. Опять же, в магических родах, так называемых, то есть в родах ведьм, в родах колдунов, то есть то, что было здесь на этих территориях. Опять же, передавался талант через одно поколение. Вот. Поэтому, кстати, если вы читаете где-то в газете объявление, что родовая ведьма в 7-м поколении, от матери, бабушки, прабабушки, там, у них все там были ведьмами, все там у них летали. Вот. Ну, человек, скорее всего, увидит.
потому что передается именно в роду, это передается через одно поколение. И там еще это связано с другими вещами. Кроме того, что нету предпосылок таких ярких, ну, там еще связано с тем, что передается определенная еще сила. Поэтому там, если будет интересно, расскажу. Бабушки, дедушки. Ну и связано это со вторым энергетическим телом, в общем-то, берет потенциал во многом тоже от бабушек и дедушек. Четвертое поколение. Это уже прабабушки и прадедушки. Прабабушки и прадедушки. Прабабушки и прадедушки это люди, которые чаще всего находятся уже в земле. Люди, которые не так давно отошли в мир. Но они еще существуют где-то. Информация о них еще существует. Их еще помнят бабушки, дедушки, их еще могут помнить ваши родители. То есть где-то на информационном плане, то есть они уже и там, все еще. То есть энергетически они уже полностью перешли. Информационно они еще частично имеют связь с поколением. Это такой рубежное поколение, которое отвечает за связь. За связь, пардон. Которое отвечает за то, чтобы вы имели связь с теми, кто глубже, ну и тех, кто глубже имел связь с вами. В общем-то, сейчас уже чуть-чуть больше людей, которые помнят про бабушек и дедушек. В общем-то, это вот то поколение, начиная с которого начали обрезать. То есть прабабушек, прадедушек вынужденным образом вырезали из памяти, начиная именно с прабабушек, с прадедушек. Намышленно вырезали из памяти. Что мы получаем отсюда, что мы имеем отсюда? Какая здесь функция? Ну, во-первых, это вот рубежное поколение, которое имеет связь. Кроме того, это поколение, которое дает нам, скажем так, некую защиту. То есть они в совокупности дают нам определенную защиту. Ну и на энергетическом плане, в плане оболочек, в плане энергетических тел, это соответствует третьему телу, третьему энергетическому телу, телу, которое как раз тоже опять же является рубежным. Тело, которое воспринимается как пузырь, который, в принципе, должен не пропускать ничего внутрь. То есть в системе, в которой я обучался, это тело называлось Малка, вот, оно считалось женского рода, и это тело как раз в его задаче было сохранять и оберегать человека. Ну и это тело подпитывается за счет энергетики вот именно вот этого поколения. Дальше у нас идет пятое поколение. Да? Пятое поколение. Пятое поколение. Пятое поколение, соответственно, имеет связь с четвертым энергетическим телом, с четвертым энергетическим телом, это те, кого уже называли пращурами. Те, кого называли, начиная с этого поколения, их называли пращурами. Что такое щур, знаете? Украинский мови. Кто такие щур? Крыса. Это то, что живет уже под землей. Крыса. Она живет под землей, да, она вот уже находится там. То есть это те, кто уже в земле, и в земле уже давно. В земле уже давно. Они уже не несут такого яркого влияния, но при этом они могут проявляться в плане определенного вашего бессознательного. Ну, то есть
то, что называют психологи, там, коллективное бессознательное, и вот это коллективное бессознательное, именно от них зависит наше, так сказать, архетипическое строение. Что такое архетип, знаете? Архетип переводится как изначальный образ. Это вот набор изначальных образов. Почему-то наследуем мы как раз отсюда. Набор изначальных образов. Именно сводный, именно вот эти вот образы. Ну, к примеру, нет, тут не 10 человек, тут больше, тут 16 человек. 16. Со всех 16? Да, да. Поэтому вы, к примеру, можете поехать куда-нибудь в отпуск, да, или там, в Египет, и вдруг обнаружить для себя, что вам хорошо в пустыне находиться. И она для вас родная. Для вас родной и близкий какой-нибудь арабский язык. Вот. Это может быть где-то быть на уровне вот, вот здесь. Откуда-то отсюда ваш предок. Где-то там один будет. И вам ну, будет там все знакомо. То есть кто-то принес вот именно вот эти вот изначальные образы. То есть для вас знакома пустыня. Для вас приятно там находиться. То есть включается вот на этом уровне. Дальше у нас идет, шестое поколение. Ну и это уже, соответственно, пятое энергетическое тело. Пятое энергетическое тело. Здесь уже целых 32 человека. 32 человека. Ну и 32 человека, их еще связывают с такой вещью, как наш зуб. Человека 32 зуба. Вот. Ну и всех этих вот предков связывают с нашими зубами. Ну это такое. Ступенью не дошло. В плане проявления, и что нам это дает, то, что здесь заложено, это, как сказать, векторы в жизни. Это наша направленность. То, на что мы будем больше всего обращать внимание. Какие-то неотыгранные сценарии здесь будут проявляться у вас. Это основные идеи жизни. Ну и там перевешивает. Кто-то перевешивает, кто-то. Все там посильнее. Все по чуть-чуть. Все 32 лет там уже были. Все шутки здесь. Кто-то посильнее, кто-то послабее. Кто-то был воином, кто-то был кузнецом. Ну и в зависимости от их предпочтений, во многом будут проявляться какие-то предпочтения у нас. Ну и следующее, это уже седьмое поколение. Которое, в принципе, связано с седьмое поколение. Кстати, которые жили уже очень давно. Ну и отсюда, это, скажем так, связь со всем миром, связь с коллективным бессознательным. То есть здесь закладывается связь уже в принципе с идеей человечества как таковой. Потому что здесь могут быть очень разные люди, там целых 64 человека, очень много. И в зависимости от них, ну, возможности коммуникации с миром. Коммуникация с другими людьми, коммуникация с другими народами.